Леш, говорят, что Лянка Грыу – это псевдоним. Есть такая легенда. Когда в ВГИКе печатали списки поступивших, кошка пробежала по клавиатуре. Увидев в конце списка что-то неразборчивое, абитуриентка Ильницкая не растерялась и срочно поменяла свой паспорт. Вот так и появилась актриса Лянка Грыу. Встречайте, актриса Лянка Грыу, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, олимпийский чемпион Максим Маринин. Ой, что это? А это такая традиция. Когда люди женятся, они приходят на мост и вешают замочки. Смотри, видишь, имена. И вот здесь тоже. Они закрывают на ключ и выбрасывают в воду. Прикрепи меня сюда, пожалуйста. Хочу остаться в Москве. Пошли. Здравствуйте, Максим. Я вообще с нуля не каталась это, к бортику раз в три года, знаете, в новогодние праздники, когда ты замерзаешь на катке. И тут мне попадает возможность, да, поучаствовать в этом шоу, и я решила, что мне нужно научиться делать это хорошо. Вот, а это оказалось очень сложно. Сначала села на правую, потом отжалась, на ребро надавила. Не боись, не боись, не боись. Наоборот, скорость – это кайфово, это клёт, это классно. Каждый день, приезжая на лед, вижу его, и очень неприятно, что у меня такой замечательный партнер. Ой, спасибо. И раз. И за мной, за мной, за мной. Оть-оть-оть-оть. Оп-оп. Просто спокойно жим в лед делаешь. Куда? Куда ты собралась-то? Куда ты? Ты этот, как борцы, знаешь. Все, не могу. Очаровательная, обаятельная, молодая, красивая, талантливая. В общем, о чем только можно мечтать. Я Максу доверяю. Он для меня учитель. Поэтому, конечно, было первое время какие-то моменты страха. Я боюсь высоты. В общем, все сложилось. Я тоже. В один, ну ты-то внизу, а я там на 3 метрах наверху. Не торопись руки на меня класть. Не надо за меня держаться. Партнер... Не забор, на него лезть не надо. Ладно. Давай. Отпусти меня, меня отпусти, я держу тебя. Отпусти меня, мое тело отпусти. Мое тело отпусти, сказал. Вот, вот, и вот я тебя держу. Я думаю, что мы достаточно поработали, и сейчас пора получить удовольствие. Какие замечательные слова. Don't think about tomorrow. We've only got today. There's nothing that I want from you. Not a word you have to say. You are all I need. And all to hold on to if the world should end. In my imagination, I could not have made this up. In a world stranger than ours is no fictional love. I can see the you under your second skin. I can feel your heartbeat quicken, quicken and then slow. There's nothing the world should end.
Браво же! Блестяще! Ну какое катание! Ульянки Грю, я как спортивный комментатор, слежу за работой ног чаще, пристальнее, чем за чем-либо другим. У нее такое чистое катание, и скорость у этой пары самая высокая из всех выступивших пока в нашем проекте. Очень здорово. Максиму легче с ней. А от этого они сразу могут работать над более сложными техническими элементами. Очень выразительно. И очень красиво. Кстати говоря, напомню, что в фильме Юнгвальда Хилькевича «Возвращение мушкетеров» Лянка Грю сыграла дочку Д'Артаньяна, Жаклин. Вот и увидим. Д'Артаньян, какие оценки сейчас поставит? Лянка Грю и Максим Марин. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,90. Оценки за артистизм. 5-9, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,94. Общий балл 11,84. Браво! Михаил Сергеевич, Лянка Грыл снималась о «Возвращении мушкетера». Как вам, как Лянка, как актриса, и как вот сегодня то, что вы видели, это перевоплощение? Самое романтическое прочтение «Мухи-цокотухи». Я сначала думал, что это Ставрогин, потом, что Паганель, а потом догадался, что это мерзкий таракан. Ну и я не мог не поставить 6 баллов своей дочке. Я не буду больше ничего говорить, пусть останется интригой. Доченька, ты была восхитительна. Я знаю трудоспособность Лянки. Ее знаю совсем в другом качестве. Наездница, фехтовальщица. А сейчас легкое, воздушное существо, которое так отдается таракану, что всем женщинам, наверное, завидуют этому. Наверное, и мужчины тоже. И мне очень понравилось. Это, ну, что... это опять в десятку в мое сердце, потому что это актерское дело. Это артистизм. И это чувствуют зрители. Недаром они встают. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Ждем новых творческих успехов. Спасибо, Михаил Сергеевич. Чулпан, чего не хватило для того, чтобы поставить 6-0? Артистизма. Я не очень поняла, может быть, драматургическую загадку, потому что сначала вдруг бабочка, она начала радоваться. Нет, сначала был кокон. Нет, понятно. Ну, когда появилась бабочка, она начала себя ощущать в этом мире, она взлетела, а потом вдруг она опять стала куда-то засыпать, утыкаться, а потом вдруг опять, и я... Мне показалось, что в какие-то моменты что это такое наслаждение находиться в руках Максима, что Янка просто так немножко таяла. И вот этой вот такой бабочкиной радости она утеривалась в эти секунды. Вот только поэтому. Спасибо. Чулпан Сергей Каюмович. Буду предельно краток. Хорошее начало – это половина дела. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Я вообще знаю, что Лянка не каталась, ну, не каталась, не занималась профессионально спортом, но этого не видно, потому что просто вот, ну, хорошее профессиональное мастерство. Я хотела вообще поставить 2 шестерки, потому что я не помню такого катания на проекте в начале его. Никогда. Мне даже это не могло в прекрасном сне почудиться и присниться. Спасибо вам большое за такую высокую, высокую планку, которую вы сегодня подняли. Спасибо вам большое. Ребят, действительно очень насыщенно, нежно, красиво, достаточно высокий балл. Лянка, вы действительно растаяли в руках Максима? И действительно ли вы были мухой или все же бабочкой?
Все-таки мы играли больше в бабочку и паука. И я не растаяла, я наоборот собиралась как-то внутренне. И мне надо было даже, следовало еще побольше собраться. Немножко волнение повлияло. Максим, я знаю, что ты потрясающий тренер. Я знаю, что ты очень много помогаешь не только мне, но и другим ребятам. И здесь, соответственно, выплывает вопрос, сколько же вы тренировались, чтобы достигнуть вот этого уровня? Ну, Лянка тренировалась до моего прихода. Месяц, наверное, да, или полмесяца? Где-то полмесяца. Полмесяца, и месяц мы вместе катаемся. Но мне кажется, это достаточно короткий срок для того, чтобы научиться действительно парить так надо льдом. Ребят, спасибо вам большое. И вы очень красивые, вы очень талантливые. И мне кажется, что ваши высоты еще впереди.